Ее называли второй Марлен Дитрих, а ее 112-сантиметровые ноги попали в Книгу рекордов Гиннесса. Но чтобы стать известной на весь мир, 19-летняя берлинская официантка Надя Ауэрман по совету близких отправилась покорять Париж. Там ее рост в 180 сантиметров и внешность женщины-вамп произвели фурор среди модельных агентств. В 21 год с Надей хотели работать все модные дома. Ее портреты стали появляться на обложках журналов, а ее пронзительные голубые глаза и способность перевоплощаться в кадре позволяли лучшим фотографам мира создавать на снимках настоящие шедевры. Став платиновой блондинкой, Надя приобрела максимальную популярность, но ее блестящая карьера продолжалась недолго. Ауэрман решила посвятить жизнь семье и, несмотря на два неудачных брака, родила 4 детей и стала вести спокойную жизнь. Она является противницей чрезмерной худобы девушек и не согласна с вовлечением в модельный бизнес юных и неопытных красоток. А на отдыхе Надя Ауэрман успела написать книгу собственных воспоминаний, которая так и называется «Надя».